Сюда, сюда. Ну и куда ты залезла? Вверх. Красуня ты моя. Кто греет попку? Ты мне только залезешь, мои орхидеи? Она туда и не мечтает лезть. Конечно, от тебя там тепло, как в люлечке. И умастилась же, ну. Спит. Боже, Мика, ты бы себя видела со стороны. Ты такая жирная, толстая кошка. И ты там лежишь. Умастилась? Ай, 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 умастилась. И ей там хорошо, ну. Мика. Может, хватит, а? Не задирай мне шторы. Ой, паразитка. Ой, паразитка. Если ты уже сидишь, то сиди там прилежно. Показываю вам свою помощницу. Мокро, грязно в ванне. Я поливаю, опрыскиваю орхидеи. Ця залізла і сидить. Міка. Міка. Ну, вона, кстати, води не боїться. Поэтому вона так і себе комфортно чувствує. Я її виганяю, виганяю, а вона сидить. І помагає. Умниця. І помагає. В общем, ночь. Я не знаю, ще скільки часу. Может, уже и начало второго, а я поливаю орхидеи. Ну, обычно это нормальное явление. Я сова. Орхидеи по природе свои совы. Они лучше впитывают воду ночью. Вот мы и занимаемся. И Мика у меня. Такая вот помощница. Вылазь. Вылазь, и буду сейчас опрыскивать. Мика, Мика, Мика. Боже, если тебе хочется сидеть в этом болотце. Мика. Боже, ты что, зачарованная? Да. Микушонок, лазь. Все, я опрыскиваю. Вылазь, мне надо прыскивать. Вылазь, Китти. Давай, ты же будешь мокрой. Прыскаю в сторону. Она не боится. Она воды абсолютно не боится. Мика, ну ты же не орхидейка. Микушонок. Может, ты думаешь, что ты орхидейка? Тебя надо полить. Да, приласкать. Боже, Мика, моя совесть, 2 часа ночи. Да, мокро. Давай-ка я тебя высуну. Ой, боже, захочется и сидеть. Боже, мокро, а она сидит. Все, наконец-то. Это у меня помощница номер один, Мика. Ну, она сама туда лезет. Ее никто не туда не заставляет лезть. Орхидеи я свои поливаю проливом и не заморачиваюсь. Ну, иногда, когда есть побольше времени, то я замачиваю вот таких вот кашпо. Вот. И то на минут 5-10. Все. Мика, спокойной ночи. Тихи. Она спит с малой, кстати.
закончили мы с Микой полив. В общем, уже реально, наверное, 2 часа ночи. Как раз все орхидейки напились крещенской воды. Так совпало. Полив и праздник крещения. Кошанок. Будешь спать? Давай, давай. Все-все орхидейки я полила, пролила, опрыскала. Я не боюсь зимой опрыскивать и поливать орхидеи. И не боюсь, когда в пазухи попадает вода, потому что у нас очень-очень жарко в квартире. Вот, батарея закрыта, покрывала. Вот. И все. Ночной душик приняли. Орхидеи очень любят, я заметила. Ночные поливы. И я перешла на ночные поливы. Мне очень нравится. И как раз так получилось, что они напились крещенской воды. Как раз совпал день полива с праздником крещения. Так что я вам всем желаю, вам и вашим растениям,